Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года, матч Португалия против сборной Швейцарии. Обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет почитать и сверить потом с реальными результатами. Ну что же, Португалия и Швейцария — это заключительный матч стадии 1/8 чемпионата мира 2022 года, и давайте разберем эти команды, как они сыграли на групповой стадии. Португалия заняла первое место, обыграв сборную Ганы, обыграв Уругвай, но проиграли Южной Корее, но это все равно им не помешало занять первое место в группе. Но вот Швейцария более-менее показала лидерские качества в группе. Понятно, что первое место 100% было бы за бразильцами, но вот второе, такое законное место, разыгрывалось между Камеруном, Сербией и Швейцарией. Вот Швейцария оказалась сильнее своих конкурентов в группе и вышла со второго места на Португалию. Вот так вот в начале этого матча Видмер забивает с подачи углового, и, можно так сказать, фаворит сейчас проигрывает. У нас в прошлом матче, матч Марокко-Испании, FIFA предсказала победу сборной Марокко, причем крупную, там 4-0, и остальные матчи все практически исход именно угадывала FIFA. Ну, исход и, в принципе, ту команду, которая пройдет в четвертьфинал. Но вот эти два матча я записывал именно сегодня, вот матч Марокко-Испания и Португалия-Швейцария, и, как мы видим, марокканцы обыгрывают Испанию, и португальцы проигрывают сборной Швейцарии. Поэтому, может быть, сенсации у нас в плей-офф припаслись на последние матчи. И пока что, как мы видим, 2-0, Видмер и Шакири забили по одному мячу. Это очень комфортное преимущество для сборной Швейцарии на второй тайм. Португальцы, естественно, бегут вперед, им нужно отыгрываться. Криштиану Роналдо как-то в тени в этом матче остался, хотя по его опыту нужно именно раскрываться в таком вот матче. Но, как мы видим, тут еще и пенальти. Рубен Диаш зацепил Эмболо, но Шакири реализовал этот пенальти, забил дубль на 83-й минуте. И сборная Швейцарии разгромила Португалию и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания.